Президент Азербайджанской республики Ильхам Алиев ознакомился с укомплектованными в Баку поездами метро нового поколения закрытого акционерного общества «Бакинский метрополитен». Министр цифрового развития и транспорта Рашат Набиев и председатель закрытого акционерного общества «Бакинский метрополитен» Заур Гусейнов проинформировали главу государства о поездах. Было сообщено, что согласно договору, заключенному между ОАО «Глобальные транспортные решения» и ЗАО «Бакинский метрополитен», в 2024-2026 годах планируется произвести и доставить в «Бакинский метрополитен» 65 новых вагонов. В соответствии с этим договором в 2024 году должно быть произведено 35 вагонов, в 2025 году 20 вагонов, а в 2026 году 10 вагонов. Также было отмечено, что состав серии 81-765-B-766-B с точки зрения инноваций принадлежат к четвертому поколению. Вагоны произведены в соответствии с техническими условиями ЗАО «Бакинский метрополитен», а их сборка и комплектация производится в «Бакинском метрополитене». Процесс сборки вагонов осуществляется не по стандартному проекту, предназначенному для других метрополитенов, а с использованием отвечающих самым высоким технологическим требованиям оборудования и систем ведущих европейских производителей. С учетом сложного рельефа, технических особенностей метрополитена, климатических и геологических условий столицы было уделено внимание соблюдению высоких требований безопасности, надежности, долговечности, производственной гарантии, эффективности и другим преимуществам оборудования в период эксплуатации. С этой целью были подписаны 9 контрактов с европейскими производителями и обеспечена прямая доставка оборудования в Баку. В результате планируется завершить сборку вагонов в Баку и запустить их на линию с соблюдением высоких стандартов качества. С целью сборки и комплектации вагонов в Баку, наладки, а также проведения испытательных работ в Бакинском метрополитене была командирована делегация компаний-производителей из 54 человек. Главные вагоны каждого поезда нового поколения рассчитаны на 315 пассажиров, а средние – на 329 пассажиров. В главных вагонах – 38 мест, в средних вагонах – 44. Тысяча 400-миллиметровые двери вагонов на 12% шире, чем вагоны предыдущего поколения. В поездах имеются многофункциональные зоны для инвалидных колясок, объемных грузов и детских колясок, системы контроля микроклимата, видеонаблюдения, интерактивные системы оповещения пассажиров, USB-порты для мобильных устройств, оригинальная световая графика. Поскольку вагоны герметичны, они бесшумны и имеют теплоизоляцию. По сравнению с поездами предыдущего поколения, прямые переходы из вагона в вагон обеспечивают перемещение пассажиров по всему поезду. Завершены работы по сборке комплектации, наладки и испытанию 5 из 7 привезенных в Баку поездов. Выпуск еще 2 поездов на линию будет обеспечен до 8 ноября. Глава государства осмотрел вагоны, укомплектованных в Баку поездов. Было отмечено, что с учетом новых поездов общее количество вагонов последнего поколения в вагонном парке Бакинского метрополитена достигло 150.